Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. Это Mountain Blade Warband, модификация The Last Days. Что ж, друзья, добрались мы с вами до дальних краев, ну, не таких уж и дальних, до Эребора, туда-сюда. И пока мы тут бегали, король Трандуил решил напасть на северо-западный аванпост Гундабада. Кто у нас там? Да, сам Трандуил и Гладваэтор с войском. Их не очень мало на самом деле. Ну и в Гундабаде тоже, конечно, рыл сидит, ну, скажем так, немало. 248, из них 253, я так понимаю, раненые. А может быть и нет, 34 пленных. Давайте попробуем присоединимся к штурму. И попробуем гопнуть этот лагерь. В конце концов, нас тоже не так уж и мало. Опа. Так, ну что ж, в основном я вижу, что идут эльфы темнолесья, но и мои идут. Я вижу. Прибыли новые враги. Пока что я не пойму. У нас вообще что-то происходит. Кто-то кого-то бьет, не бьет. Ну, мне главное сюда пройти и... Мне главное выставить своих лучников. Вот так вот. Давайте, давайте, да-да-да-да-да, луки вот ставим здесь и стреляем. Все остальные пошли. Так, теперь луки стали здесь. А теперь луки стали здесь. Давай, давай, килли, кидай в них, кидай в них. Здесь луки стали. Так, кто там гоблин побежал? Я думаю, его добьют. Этих тут прибили. Темновато, конечно. Так, где он тут? Так, лучники. Вы мне нужны здесь. То и здесь. О, гоблины. Такая каша, ничего не вижу. Так, давай-ка вот этих надо тут разбивать. Лучничков. Так, есть. Так, здесь еще какая-то мартышка. Угу. И здесь, да? Так,
Димборн, Димборн, вон он, рубака наш. Резь! Молодец. Эй, Йоли, Йоли, я. Так, здесь все, да? Бывает, что они где-нибудь там вообще виснут наверху. Так, Роханса оглушили. Зря, наверное, я сюда залезла, но да ладно, что делать? Давайте, давайте, что там? Куда там? Почему туда наверх пошли? Странно. Димборн? Димборн, ты веди нас на Римар. Они то отступают, то не отступают. Так. Пошлем-ка мы лучников наших тоже в атаку. Пускай уже сами разбираются, где, куда, чего. Чего? Кого ты здесь потеряла? Здесь нет никого. О, она нигде. Вот и все, вот и все. Конец. Аванпосту. Рад видеть тебя, Айна Йорн. Возблагодарим небеса, это Гладваэтр. Да, я, ну, скажем так, смутно тебя помню. Итак, мы потеряли четверых. У нас было 170. Поэтому давай-ка посмотрим, кого мы возьмем. Гномов, ну, я ничего не имею против гномов, но все-таки как-то вот. А у них либо гномы, либо вот эти вот стражи Лихолесья. Давай наймем тебя. Так, ну-ка покажите мне, какие у вас тут есть гномы. Ну, возьмем гномов. Разведчик, стрелок, гном-ветеран. Вон, смотрите, какой длиннобородый королевский страж. О, наверное, очень крутой. Ну, вот так их и возьмем. Хорошо, я вижу, что мои как-то совершенно. Галюмины немножко отхватило. Димборн хоть и рубал не сильно, прокачался. Ну, собираем, что есть. Всякая дрянь на самом деле. Ничего полезного у этих гоблинов тут не было. Или орф, кто они там. Трам-пам-пам-пам, руины, руины. Да-да-да, Гундабад, мы с вами почикали, почикали. Ну что ж, я надеюсь, что Трандуиль-то... Давай-ка я с ним переговорю. Рад снова видеть тебя. Я не забуду мать родную и тебя тоже. Так, дар... Особый предмет. Что ты мне там можешь дать? Особый предмет? А, в опозе нету. Черт, подожди, я должна идти. Прощай. А я так сразу и не обратила внимания. Думаю, да что ж такое-то? А что у меня там с обозом? Я могу это просто выбросить, например. Да. Да-да-да, будут утеряны. Просто потом ищи этого Трандуиля. А пока он тут... Ау-у-у-у-у. Особый предмет у меня теперь есть. Так, священный меч. Великая надежда. Стрелы. Ну, стрелы у нас у всех есть. Большое копье. Лук темнолески. Давай-ка возьмем священный меч. Хорошо, поможет побеждать врага. До свидания, прощай. А до свидания, прощай. Так, ну что, отрядик, идите-ка сюда. Хотя, подожди, не идите сюда. Дайте мне сначала вещички посмотреть. Что же это за меч тот такой? 42-45. 90 бонус против щитов. Так, отрядик, отрядик, отрядик. Кирдиль. Там у нас никуда? Никуда, никуда. Давай мы тебе добавим одноручное немножко. Смотри-ка, как он хорошенечко.
Раскачался-то у нас. А, очко я уже не помню, куда я ему держу. По-моему, я ему держу на... При повышении ловкости мы ему сделаем... Этот, как его, где она-то? А, владение оружием, вот. И владение щитом, по-моему, я хотела ему и то, и другое сделать. А вот, а все остальное, это вот удар, это все, это уже ему достаточно. Так вот, покажи-ка мне свое снаряжение. 44-31. Ну, в общем-то, я так думаю, что сам Бог велел ему отдать этот меч. 42-45. Да, рукол. Скорость 103, скорость 110. Получше, получше. Зеленолесский, хотя ему, конечно, по лору подходит больше его клинок лебедины. Ладно, неважно. Так, Димборн у нас, оказывается, неправильно качался. Ну да ладно, так, с Килли все в порядке. Кстати, Килли, дай-ка я с тобой поговорю. Снаряжение у тебя, ну, минорский меч, да? Ну, у него хорошая скорость, 117. Да, хоть он и коротенький. Ну, Килли сам не великан, поэтому я думаю, что ему нормально. А, так, Ульфос, там у тебя что было? Иди-ка сюда. Что у тебя с мечом? А, у тебя великого змея меч. Требует силы 18. Тоже не каждому дашь. Не каждому дашь. 44-31. Ну, однозначно лучше. Ульфос у нас вообще упакованы. Так, Гельмине, что у тебя со снаряжением? Гондорский меч. О, ну она, да, она-то у нас лучница. В основном, в основном. По идее, можно было ей это дать тоже. Давай-ка, держи получше мечик. Так, поехали дальше по старшинству. Это у нас была Гюльмине, так, Глорфиндель не дастся. Луи Ванна у нас... Что у тебя там с мечом? 36-27. Длина 103, скорость 106. Я думаю, что для лучника нормально. Так, Маблунг. Калёна Лориенский. Вот у тебя какая-то фигня, да? 37-26. Так, собственно говоря, у тебя и получше еще будет, чем гондорский меч рейнджера. 110, длина 93. Ладно. Тогда вернемся к Фейнул. Проверим, какой у нее меч. 39. 30. Да, однозначно гондорский меч можно продавать. Все. А у нас повысился лучник. Застрельщики. Кто еще? Роханские. Все, что ли? Орлов у нас 23 орла. Хорошо. Кстати, Фейнул, подожди, давай-ка посмотрим, что у тебя там с навыками. Я помню. А нет, я и оставляла на... Что я ей хотела сделать? Интеллект? Интеллект до пятнашки? И что тогда? Мощный выстрел – это сила. Ей надо силу качать. Ладно, давайте уже интеллект до пятнашки докачаем. Все, не знаю, куда я все это распределю. Можно, конечно, просто-напросто вот это все до пятерки прокачать. В принципе, по большому счету, смысла, наверное, не особо. Не особый смысл у нас есть в этом. Ну, а больше я не вижу, что. Давай сюда вот все. Пятерочки.
стрельбу из лука. Ну и все, а дальше уже будем смотреть, чего ей надо. Ловкость, наверное, чтобы то же самое владение оружием, там мощный выстрел и так далее. А вот, вот так вот, неважно, неважно. Ждем, когда выкачается Кирдиль. Так, и куда мы с вами топаем? Я даже не знаю. Трандуиль. Может быть, у него надо будет там распродаться, подкрепиться. Ночь на дворе. Ах, Трандуиль. Ах, Трандуиль, он осадил. Теперь вот этот, да? Так, хорошо, сейчас ничего страшного, мы на склады. Все вот это вот выбросим. Так, смотрите, как все подъели. Все подъели, поэтому закупаемся пирогами и блинами, сушеными грибами. Вот, осада — дело такое. Душная. Кузница. Так, давай продадим этот меч им сюда. Да, я понимаю, что отдаем за копейки, но на самом деле он уже совершенно не нужен. Специально ехать сейчас в Гондор, чтобы отдавать там этот меч. Смотри, какая красивая шапочка. Бесполезная, правда, но красивая. А это все тоже не очень. Щиты. Зачем у меня этот роханский щит? Просто как это? Как память о том, что он есть. О том, что мы из Рохана, несмотря на то, что мы все во всем эльфийском бегаем. Так, вот эти вот зазубренная булава на самом деле мне уже тоже не нужна. Я не буду больше брать никаких пленников, их там глушить и так далее. Поэтому... отдаем тоже ее. Вот. Сейчас я думаю, что не будем отвлекаться с вами на всякие потусторонние и сторонние квесты. Так, лагерь корсаров. Ну, корсары далеко. Там все уже который раз они осаждают этих корсаров. Все никак не осадят. Ну, смотри-ка, топают довольно много их тут. Осадили они, осадили. Так. Что у нас тут? О, тут у ребятки, тут это вам. Ну, не знаю уж, насколько они тут действительно будут его осаждать. Поскольку давайте-ка мы станем лагерем. Я, ушли. Ушли, да? Нет, все равно под осадой считается. Не знаю, может, они пошли передохнуть. Рохан стала слабее, теперь она непобедима. Вот так вот, опять там... О, подожди, Луиванна, а когда это успела вдруг у меня откиснуться-то? Вроде не было такого. Или я чего-то не заметила. Так, да... Давай, копейщик... При осаде это, конечно, бесполезно, но тем не менее. Так, и знаете что? Давайте-ка мы этих тенгелов, где они наши огромные, мы их в самый низ. Так сказать, уже совсем и орлы. Когда будет не в моготу, мы их туда. Вот так, это страж, лихолесье. Королевский страж Гладрим. Чемпиона. Тоже сюда. Кони, луки, всадники. Да, вот эти вот отличные королевские стражи. Я вообще их хочу переберечь. Мне очень жалко. Их ниоткуда не взять. Они только вот из плена добываются. Так что мастер меча,
Пельцидейла. Но все остальные, так, Гладримский страж, стрелки и прочие пусть будут. Лучник барда, Арнорский рейнджер, всяческие копейщики. Да, непросто. Что мы будем делать? Мы опять станем здесь лагерем. Подождем. Чем, как говорится, дело кончится. Трам-пам-пам, трам-пам-пам. Больше не под осадой. Передумали они ее осаждать. Ну да, тут куча, конечно, рыл. Передумали. И дело в том, что сама по себе, вот лично я не могу. Я могу только с какими-нибудь войсками. Как говорится, просто так кинуться на них в гордом одиночестве я не могу. Нет, тут такой опции у этой игры. Так, это Дейлы. А нам бы надо покончить с этими руницами. Так, с этим покончено. А там у нас аванпост. И там у нас аванпост. Их никто не осаждает. Вообще не трогают, как будто... А вот смотри, опять эти трандуильцы сюда идут. Ну-ка, давай посмотрим. Давай-ка я за ними сопровождать буду. Я уж не знаю, куда они ходили. Может быть, тоже за провизией или еще чего-то. Кстати, о провизии. Жрут. Только за ушами треск стоит. И войско не такое большое. В принципе, я могу уже 200 человек набрать. Так, застрельщик. Еще стрелец, всадник, отборный. Вот так вот. О чем я говорила? Да, о 200 человек, то есть я еще 30-ку могу набрать. В принципе, можно, но пока как-то это надо. Все-таки я хочу набирать своих роханских. Ребята, а чё? А, все-таки под осаду взяли, смотри. Они взяли под осаду его. Или что? Или я чего-то не понимаю. Давай подождем. Вряд ли они на него кинутся, потому что их на самом деле мало. Ну что это? Сотка, и сотка это 220. Ага. Посыльный прибыл. Ну, посыльный-то прибыл, мы уже тут. И 220, они полезут на 495. Хорошо, мы прибавимся. Это будет 300, ну, 400. Теоретически мы могли бы их гопнуть. Посмотрим, что они решат. Вот, а пока они решают, друзья, давайте-ка я, наверное, чуть-чуть отойду, и мы с вами сделаем маленькую сохраночку. Вот, пускай пока эльфы осаждают. Руны находятся у Дайна. Эх, Дайн, Дайн. Ну, надеюсь, что ты как-нибудь там сам гопнешь этих рунов. Потому что у нас тут Гундабад, наверное, все-таки важнее. Форпост и Теоден. А, на Ороче форпост. Ну, Теоден, ты там веселишься вовсю, я вижу. Так, ну чего, апс... Поехали, да? Поехали. Ну что ж, поехали. Так. Лучники, не лезем никуда. Так, а вот теперь лучники встали здесь.
Да. Тут придется помучиться. Там еще где-то каменные тролли на этих жердочках пляшут. Ой-ой-ой-ой-ой, куда ж ты меня скинул? Убьюсь. Блин. А теперь хана. Теперь я тут это упала. Опять меня свалили. Опять от меня сбежала веселая электричка. Ой. Бац. Куда ж ты лезешь-то? Так, это у нас Лу Ивановна, что ли? Вот так вот полеты. Зараза. Ну там лучники должны его, в принципе, расстрелять этого. Мерзопакостного каменного тролля. Пустите! Короче. Вилли-билли. Так, лучники стали вот сюда вот. Даже не знаю, как вас лучше поставить. Вот так вот. Жалко, у меня лука нет. Вон там наверху эти пыри. Все, стрелы закончились? Тогда, пардон, вперед. А то вас там просто-напросто расстреляют. Че стоим? Че стоим? Че стоим? Че стоим? Видали, что творится? Поможем Глорфинзелю. Так. Так, где-то здесь еще были у нас. Мясо, мясо, мясо. О, да, там все наверху. Наверху играет музыка. Господи, отборного всадника Рохана прибили. Прибыли новые враги. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, это вы тоже? Прибыли новые враги.
Арнорский рейнджер убит гундабадским орком воином. Так, Финзель. Финзель, отвали, моя черешня. Ага. Я могу как-то тут наверх отсюда забраться? Можно было. Так, вот где у нас теперь все. Поинул, что ж ты тут делаешь? Как ты тут оказалась-то? Еще бы, а! Так, где еще гада? Фух, отступить с поля боя? Нет, мы не будем отступать с поля боя. Ежики. А вот так выглядят победные ежики. Ты появилась, возблагодарим, тролливали, тротопам. А слушай, да, много у нас погибло, потому что дурацкая была локация. Ну что, берем еще гномов-ветеранов. Дозорные, холмы, тут одни гномы. Одни гномы. Что, берем, я не знаю, тогда гном Рубака, вон, смотри какой. Берем гномов, что делать? Рудокоп, новобранец, разведчик. Короче, сейчас мы всяких гномов наберем. Это у нас пехотура. Ну и лучники тоже, в принципе. Прям вот всех и возьмем. Вот, 180. Так. До стражи, я вижу, дело не дошло. До тенгелов, очевидно, тоже. До вас, очевидно, тоже. Ну вот, а всякие эти воины. Гномов, короче, надо наверх. Такое пушечное мясо у нас будет. Гномовское. Не знаю, там насколько выше, но не намного выше. Просто повыше. Да, вот эти все гномы. Так, еще повыше. Конечно, сложно, когда такая каша у нас тут творится. Вот. Так, готово. Так, ну что ж, я не знаю, когда вы успевали там кушать. Короче, рубились и жевали. Судя по тому, с какой интенсивностью у нас идет потребление продуктов. В одной руке меч, в другой руке булка. Не иначе. Все. Так, ну все, Гундабад. Вон, давай поймаем этого разведчика. Ну фиг его поймаешь. Мы теперь набрали кучу гномов, которые нас будут тормозить. Скорость 2,9. Так, сейчас посмотрим, что из моих. Да, мои отхватили. Отхватили и... Фейнул, прежде всего, отхватило. Угу. Так, вот он, Эорл. Галадрим.
стражник цитадели. Смотри, какой красавец. У нас, по-моему, единственный. Так, искусный лучник. Так, лучник. Никаких всадников. Застрельщик. Всадники у нас свои. Все, да. Так, налетчиков мы решили не брать. Ну и давай, Кирдиль, расскажи-ка мне, ты наконец-то прокачался или нет? Нет. Нет, не знаю что. Хотя нет, видно, что он чем-то он занимался явно, но... Давай тебе одну ручку повысим. Но не хватило. Так, кто еще? Лу Ивановна, да, она там отчаянно сражалась. Поэтому получила, да, получила. Лу Ивановне мы вкачаем силушку. Силушку мы ей вкачаем, и, очевидно, удар, может быть, себе вкачать. А по большому счету он ей не нужен. Если уж на то пошло, давай-ка мы тебе живучесть. А, итак, стрельба из лука. Вот. Вообще отлично. Ну и на остатке одна ручку. Так, давай, бывай. Ну и все, из моих больше никто. Все остальные больные, израненные, больные, ни к чему не гожие. Мы с вами давайте-ка куда-нибудь в Рибор. А, подожди, там у нас что-то осаждалось? Нет, уже ничего не осаждается. Да, руна под осадой. Ну-ка, давай туда. По пути заглянем в этот в Рибор. Ну, я же сказала, в Рибор заглянем. Господи! Так, конюшня, склад. Вот говнище дадим. Рыба, да? Мясо, рыба, блины, все это закупим. Так, 1500, больше-то у них и нету. Может, есть? Так, кузница. Вот, ну и пошли посмотрим, что тут творится-то. Уже идет какая-нибудь тут битва или еще что-то, нет? Только стоим 126, а там 677. Это, конечно, смелое заявление. Под осадой. Ярл Халькарот с отрядом там сидит. Бродда с отрядом руны. Но этих-то мало. А вот самих... А это у нас кто тут стоит? Фиг поймешь. Ну, кто-то из гномов, судя по флагу. Так как бы на него особо и не наведешься. Дайн. Ах, Дайн, ты тут стоишь. Угу. Кстати, Дайн, я теперь надежда, опора или как там? А то он там мне говорил, что ты недостойна еще. Там трали-вали, тили-тили. Так, смотри-ка тут. Пока мы туда-сюда, у нас уже всякие рудокопы тут начинают прокачиваться. Подожди, рудокоп, а ты почему тут? Давай-ка вперед, наверх. Гном воин. Так, гном дозорный, это будет Стрелялкин. По большому счету нам не нужны Стрелялкины, особенно гномы. Так, Фейнул немножечко подправилась. Надеюсь, сейчас все остальные начнут быстрее лечиться, да? Полезла она туда. Так, что мы делаем? Мы здесь с вами, друзья, делаем, опять же, наверное, сохраночку.
Вот и становимся лагерем ненадолго, ибо там все началось. Так, никто не успел прокачаться, пока мы тут думали. Так, Кирдиль 100%, Фейнул 55%, Глорфиндель 98%. Так себе. Давай попробуем. Так, следующий штурм. Там, по крайней мере, нету этих троллей. Так, вот, лучники встали здесь и стреляем. Рубилова. Мочилова, Рубилова. Зараза, бронированные. Двуручные. У меня рябит, конечно. Это ж явно какой-то царек. Да? Наконец-то какая-то пехота наша. Гномская. Думаю, что лучникам надо скомандовать идти в атаку. Меня наверняка сейчас прибьют. Там мне Иван говорил, что можно управлять вот этой вот штукой. Дело в том, что... А, да, теперь как-то происходит правильно. Я пробовала стрелочками.
Ну, значит, беру свои слова обратно. Я просто не додумывалась сюда действительно ткнуть вот этим вот стрелкой. Я пыталась с командами, атаками. Да, но у нас все очень плохо. У нас все очень плохо. У нас союзников 41-26, врагов 95. Стрелец оглушен. Катинец убит. Больно уж их много, зараза. Атака, атака, атака. Все атака. Не, похоже, не сможем. Так, кавалерия 0, стрелки 0. Ну и все. Наших 43 убито. Блин. Да. Зря полез король Дайн сюда. Ну, я так понимаю, что все, да? Тут народ уже просто стоит. Что стоит, непонятно. В атаку не идут. И подкрепление... Там у нас один какой-то смелый. Да, тю-тю. Так что... А, еще что ли к следующему штурму? Так, нет, вот все стойте здесь. Лучники. Так, что у нас творится? Ёлка с палками. У нас воины Тенгела должно быть. Короче, лучники, идите тоже в атаку. Мне кажется, тут осталось-то совсем немножко. Осталось-то совсем чуть-чуть. Я более чем уверена. Вон они тут уже стоят. Ну вот, всего-то. Делов-то, Виктори. Ты появилась вовремя, Дайн. Какого черта ты туда полез? Я столько потеряла людей из-за тебя. Этот, конечно, сбежал. Этот сбежал. 129 у нас осталось. Блин, компот. О, да. Ну да. Придется мне сейчас, наверное, возвращаться. Или я не знаю. Да, к своим, наверное, возвращаться.
к... Что, лошадь уже не влезает? Лошадь не влезает. А нужна ли мне эта лошадь? Ну, посмотрим, сколько она стоит. Бабах! Так, ну что, стольбище-то у нас трампампам, оно должно быть разрушено, или как там? Что мы там делаем? Прожары темнолесья. Эй, алло. Где сей славный момент? Так, кузница. Забирай. Даже так сразу не отдашь. Так, конюшня, склад. Ну вот и сколько лошадь, интересно, рунийская стоит? 65, ерунда полная. А у них и нету больше ничего. И еды нет. Ну ладно. Так, теперь пошли к гномам. Так, пленных забираю, во-первых. Давайте прослежу. Так, и знаешь что? Пригодятся бойцы. Давай-ка отдавать всех гномов. Ну их нафиг. Они, может, и хороши. Но... Так, только отдать надо тех, кого надо отдать, а не кого-то лишних. Рубак, вон их, всех этих рубак порубали. Ветеран. От деньжат сейчас получим. Так, пьет гном воин. Лечи их, повышай потом опять же. Так, рейнджер, рейнджер, рейнджер. Маблунг. Все, да, все остальные... Гномов, кстати, и поперебили. В принципе, неудивительно. Ночной страж Лихолесья. Черт возьми. Так. Все. Эти храбрые воины. Так, 6000 получили. До свидания, до свидания. Прощайте. Так, дайте-ка мне ваши склады. Я знаю, что у вас там всего много. Давай отдадим. Заберем у них то, что можно забрать. Мяса нет, да? Ну ладно. Нет, так нет. Возьмем рыбу. Возьмем все, что только можно. У них получено. Ага, получено. Ничего не получено. У них нет таких денег. 56. Ну, вот так. А, можно, знаешь, куда на кузнице зайти и здесь еще что-то скинуть. Вот. И 600. Опять не хватает. 200. Вот. Все. И чего стойбище рун? Опять? А мы же его победили-то, или как? Или что? Или почему тут фигня какая-то творится? Тут опять кускук какой-то, опять брода сидят. Могу одна его атаковать? Нет, конечно. О, друзья мои, ладно. Так. Мордор там терпит поражение. Мы направляемся в наши земли. Хватит. Тут мы, в принципе, изрядно помогли с этими рунами.
странно, почему не пропало это стойбище. Аванпост. Но мы отправляемся с вами, опять же, к своим. Мы отправляемся в... куда-нибудь вот сюда. Вот, и пока мы скачем, встретимся с вами, друзья, уже в следующей серии. По пути я посмотрю, что мне сделать с отрядом, поскольку, как сами видите, тут, в общем-то, и повысились у нас, и потеряли мы достаточно много. Так, нет, всадника не делаем, делаем меча. Так, застрельщиков. Вот, я наберу, наверное, новых. Гвардия. Медусельда, это, кстати, хорошие вещи. Хорошие эти самые, насколько я помню. Так, всадник. Давай всадника тебя сотворим из тебя. Всадника, вот они эти, медусельдовцы. Хорошие, крепкие парни. Роханские, роханская пехота. И да, да-да-да, прежде чем мы с вами расстаемся, Дема как-то скачет. Странно в обход скачем. А, ну очевидно. Вот как-то. Как-то так мы поедем. Вот туда. Давайте-ка посмотрим на себя. Что мы себе качнем? Что мы себе качнем? Владение оружием. Владение оружием нам нужно. Но это до 18 уровня. Доживу ли я? Наверное, нет. Тем не менее, качнем себе ловкость. И владение щитом нет. Удар, бросок. Можно себе живучесть поставить еще повыше. Вот. Здесь делать нечего абсолютно. Можно было, конечно, и атлетику себе поставить, но... пока достаточно. Лидерство, шестерка у меня. Достаточно всяких этих бонусов. Ой, подожди, что я делаю-то? Зачем я себе стрельбу из лука-то? Ладно, бог с ним. Перковое себе сделаем. Хотя я им, в принципе, не пользуюсь. Можно и стрельбу из лука, не знаю. Может быть, мне взбредет в голову, я сделаю себе... какой-нибудь там мощный выстрел и возьму какой-нибудь лучок. Ха-ха-ха. Такого, конечно, не будет. Ладно, друзья, я за кадром рассмотрю свой отряд. Я так понимаю, что если Кирдиль, то вряд ли он там... нет, он не выкачался. А все остальное у нас, в общем-то, как было, так и есть. Фаинул опять отхватило. Надо будет подумать, может быть, я вообще для Фаинул... сделаю какую-нибудь отдельную графу, ее личную, и буду оставлять ее вообще где-нибудь совсем-совсем сзади, чтобы она там постреливала и чтобы не погибали люди. А погибли, потому что она была ранена, да, я помню, что вы мне писали и так далее. Ну что ж, я тороплюсь, мне уже хочется закончить, мне уже надоела эта война, собственно говоря. Вот, какой ее исход будет, я надеюсь, в нашу пользу. Смотрите, что творится. 160 рыл мордосов. Ну, мы туда не пойдем. Вот, друзья, увидимся с вами уже в следующей серии. Ну, а всем, кто посмотрел это, я скажу огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.